Никодим Панкратич. Что? Не вернулись? Не каркай, ворона. Рано еще. Ты думаешь, один твой Корешков там? Сколько разов я брал границу? А вот теперь сорвалось. Комендант ихный, Тарасов фамилия, не стал от него жить, а чисто дьявол. А как же ты-то? Да я-то на той стороне не был, довел их до места. Такое место провалилось. Сосыпал этот комендант, пронюхал. А как звали с тобой меня? Не пошел. Бог, видно, вызволил. Бог! Уморил! На кой ты черт Богу-то нужен? А ну, помолчите. С прибытием с вас! Благодарствуем. Водил? Водил. Как? Японца, который с нами шел, у другого, насас-то такой, живьем взяли. Оликов приказал долго жить. А я вот Бог вызволил. Хлеб убирают? Вовсю, комбайнами. Машины такие, аж земля гудет. О. Да, ведь как живут, братцы мои. Пожалуй, получше, чем ты жил, Никодим Панкратич. Соври, соври! Крест святой! Не колхоз, а чаша полная. У каждого по лошади. Да ну! Провалиться мне по две, мало по три коровы. И откуда вы это ты все знаешь? Знаю. А ты поди на берег да посмотри. Ты говорят опять же. За такой разговор. Здорово, орлы! Здорово! С благополучным! Спрыснуть надо, а? Некогда. Ай да хай да его! Эх, соловей, 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 соловей! Про Пашку моего ничего не слыхал. Больно рано хож. А что думаешь? И думать боюсь, сват. Дай сразу, не здешние вы. Да меня, Ерофея, весь край знает. Я в 20-м годе одних японцев нащелкал по более 40 штук. И все в глаз, как белку. И смейтесь сколько хотите, но на тигра один на один хаживал. Ну, теперь зрение... Конечно, у меня не та. А между прочим, из 50 возможных 47 выбиваю. Да ведь врешь ты, поди все, старик. Вру, я! Да. Ах ты, Ерофей! Чего? Ничего. Без сердца старик не можешь. Не получается. Ему тесно, в паху жмет. И подмышками режет, а? Да не оратор я. Это верно. А насчет зверя, я, между прочим, правду сказал. Спроси хоть у нее. Это кто ж такой? Корней Савельич, брат мой, герой гражданской войны. Ейный муж был. А почему был?
Что, умер? Давно. Убили. Да вы садитесь, гости дорогие. Ведь замолились, поди. Да уж, экскурсии, можно сказать, прелестные. Мы, хозяюшка, 3000 километров на своих, на двоих отмахали. Конечно, трудненько приходилось. Но вещички какие были с собой, в таежной реке потопили. 3 дня не жравши сидели. Ну вот и ешьте теперь, пейте. Угу. Варя, захвати-ка там сальца хлопцам. Так стало быть, по всем границам поход совершаете. По всем, мать, по всем. А в Георгиевку зайдете? В Георгиевку? Обязательно. Дорога через мост будет? Через мост. Ага. Ну, а как же с пропусками-то? Ну, подумаешь, важно. Подойдем. Вызовем Корнача, вот и пропустят. И в штаб Тарасова доставят. Тарасову? Ну да. Коменданту нашего участка. Ивана Николаевича. Ну вот прелестно. Нам-то как раз к нему и надо. Эх, хозяйка, нет ли у тебя? Вот верно. По баночке бы с уставку. А ты с чего устал? Я? Да не я, ребята. Вот с чего нет, того нет. Не держим. А в Георгиевке имеется. Да постойте. Вась, сынок. Поглядите-ка, люди добрые. Бойкот нам сынок-то объявил. Заявление представил. Не желаю, говорит, чтоб вы меня Васькой звали. И отрекаюсь. Ого! Ведь что придумал стервец? Зовите, говорит, меня Чкаловым. И никак по-другому. Товарищ Чкалов, сделай милость. Слетай в Георгиевку. Брещен? А зачем? В магазин. Спросишь? Да лучше я тебе записку напишу. Дай-ка бумагу. Ну вот, там тебя и нагрузят. Прилетно. Чует сердце, разобьет. Бутылка вещь деликатная. А ты возьми воду, проводи. Это мы в 2 мига. Правильно. Кто не работает, тот не ест. Тот не пьет. Правильно. Руливаю на старт. А без вынужденной там. И не зарули. Варя, дай самоварчик. Краса. Да, житуха. Здорово, брат, старик. А он правду говорит. Ну да, правду. Ступаешь. Передавайте стакан. Ну, не тронь. А что будет? Плохо будет. Ишь ты, а? Не из родни, а в родню. Одно слово. Власовый. А что ж тебя орденом обделили? Ведь ты своей родительнице Степаниде Тарасовне правая рука. А ты откуда знаешь? Ну как не знать? За 100 верст молва вас. Все уши прожужжали. Власовы, да Власовы. Ну вот и захотели мы посмотреть на вашу семейку прелестную. Да и зашли. Ну и милости просим. Да и знал я Корней Савельича.
Дает ты мне. Вроде как где-то и я тебя видела. Ведь гора с горой не сходится. А человек с человеком, может, и правда где встречались. А про тебя так прямо чудеса рассказывают. Герой? Герой. Ведь это ты веселого Порфирия выследил. Ну да. Молодец. А Василия Игнатьича? Корешкова. Василий Игнатьевич. Ну да. И Корешкова она взяла. Верно. Стоп! Ты куда, Чкалов? Ёлки. Вот. Товарищ лейтенант. Там. Становись! За мной! Отделение за мной! А дед где? Захился чего-то. Беги, говорит, как ветер. А сам с ружьем в кусты. Кусты? Начальнику штаба. Дядя Федя? Вот-вот. Ну, дуй. А Козулю? Трофима Козулю. Козулю? Этого я загнала. А вот с ним... Как его? Воронков. Воронкова? А, братья Серовы. Покричим Федька. Иван Вихрявый. Василий Нехота. Петяшка Ломотков. Морковкин Ванька. Вот. Все вы! Худую траву с поля вон. Правильно! Ведь был мужик и давал спуску своим одностаничникам, что с советской властью не поладит. Сюда, сюда ему пуля попала под красный пант. Давно это было? Что вспоминать? Что вспоминать? Забыла? Нет, не забыла. 12 человек бандитов с той стороны, что мужа моего убили, мы с дочкой взяли. Взяли. А главного, того, который стукнул твоего Корнея, что ж ты не взяла? Встретиться еще не довелось. А ты знаешь его? Сын кулака Георгиевского. Губин Пашка. Варя, принеси кувынка солененького. Стой! Стой! Шевелись. Верно, Губин Пашка. А в лицо могла бы его признать? Может, из них кто? Тогда сволочь был. Митя. Вот мы и зашли. Сказать, рассчитаться. А теперь вы
стервы вредные. Ответите нам за всех. Контра! Кидай оружие! Уйдет! Встретимся еще! Да, не взять живьем. Ничего? Ума не приложу. Ха-ха-ха!
думал, ты что знаешь? Как в воду канул. Третий день. Смотри меня! Вниз. Вверх. Там. Ох, Христофор! Где фуна? Вот тобой фуна, я не капаю. Ты! Матерно не ругайся! Выкину! А там, Катька, шибко жанго. Все, шибко жанго. Чунцы? Ой, у меня! Ты что такой чумовой? Кого искал? Я твою искал! Зачем? Я перекус на дань стреляла, другая сторона подсмотрела, твоя сына видела! Ну-ну, говори! Твоя сына Пашка! Бежала! Пиренькая вода! Еще немножко заграничили, вот! Взяли? Да нет! Что же? Да. Убили. Паша! Пашенька! А ты с ружьем не помешал? Почему? Я не видал, кто стрелял. Где? Да подпол полез. Никодим Конкретич, только не здесь. Убавь, Паша. Что здесь происходит? Ничего. По душам разговариваю. Прекратить безобразие. Начальник приехал. Ну и гости. А что, плохи? После таких гостей на 3 дня уборки. До недели убытки считать. Убытки считать. Скажи спасибо, что мы вовремя подоспели, а то пришлось мне над вами надгробные речи говорить. Пожалуй, верно. Иван Николаевич. Да? Как-то вы так быстро подоспели. Быстро. Хорош комендант участка, который не знает, что у него на участке делается. Я, дорогие мои женщины, за этими бандитами 2 дня охочусь. Я вот их ждал у моста, а вы к себе чай пить зазвали. Вот оно что. Ну, ничем тебя не удивишь. Прям даже как противно. Эх ты! Да я... А ведь одно время председателем колхоза ходил. Да ты знаешь, да ведь я их в гражданскую в тень рубал. Рубал? Что ты думаешь, героем гражданской войны всю жизнь прожить? Да! Сидишь на самой границе, а бандит у тебя под носом на диверсии ходит. Ах ты, Еропей! Чего? Ничего. А-а-а. Да ведь я его! Нет, да замолчи ты уж! Неужто утек? Не думаю. А молодцы вы, женщины дорогие. Ты мне вот что скажи, Степанит Тарасовна. Как ты их распознала? Не первый год на границе живу. Ну вот ежели эти здесь. У всех петлицы чистые, рядовые, значит. А каждому годков по 30. Разве у нас в армии так бывает? Ну-ну. Обратно. Рядовые, а все не стриженные, под польку, да уж больно по водочке скучают. Полагается бойцу в походе водкой заниматься. Ну, прямо следователь. И опять же,
мостом интересовались, да и тобой. Понятно. Товарищ капитан, взяли? Нет. Отпустили? Нет. Так в чем же дело? Когда бандит ударил старичка, товарища Ирафия Савельевича, Ирафия Савельевич вроде плавать стали, мы с Михом мимо него, помощь оказывать некогда. Тут болото, пришлось в обход, значит. Бандит нас обогнал. Выскочили мы из леска, он к речке подбежал. А, черт. Да. Ну, вижу, уходит, живьем не взять, прицелился я. Факт смазал. Не смазал. Выстрелить мне не пришлось. Сбоку ударили, видно, кто из постовых перехватил, 13-й или 14-й. А может, 16-й? Что? Ничего. Ну и как? На месте, товарищ капитан. Это уж будьте покойны, Идрёна Палка. Ты чего суешься? Постой, постой, Тарасовна. А ну выкладывай. Да чего выкладывать-то? Они-то мимо старичка, в обход, а старичок-то по знакомой тропочке бандиту наперерез. Да силы-то не те. Ну и не выдержал я, ты уж извини. Ну так правильно сделал, чего ж ты извиняешься? Да ведь ты лел живьем, между прочим. А ты что ж это, между прочим, сразу не сказал, а? А вы мне сказать-то, между прочим, дали? Набросились, замолчи уж, председателя ходи. Не оратор я, ядрёна пал. За храбрый. Факт смазал. Особенно вас касается мой разговор. Я знаю, кто из вас сколько получает и что делает. Не могу так тратить деньги. Это бездельничество. Постой. Погоди, ваше благородие. А тебе известно, что никто, кто туда пошел, никто не вертается за твоими деньгами? Что не вертается, да конечно. А только деньги на общество же. На общество. Себе в карман. Что тебе человек? Тебе деньги главные. Небось, сынка своего ни разу не пустил в дело. Ты себе держишь. А я сына позавчера. А за что? За твои интересы, господин японец. Не только мой интерес. И вас. Мы помогаем вам мстить, не говоря о хороших заработках. Да. Кстати, о заработках. Виноват, господин Александр. Разрешите вопрос господину Губину. Пожалуйста. Получил ли господин Губин за своего сына Василия 185 иен? Получил. За Афанасия 250. Получи. За Павла 400. Чем вы недовольны? Ах, сын не вернулся. Вы знали, на что шли. Не прикидывайтесь простачком. А не угодно ли теперь самому тряхнуть стариной, а? Так при чем же тут чьи-то интересы? Заинтересованы только вы. С этот день прочу сделено. Намечаю проверить вас несколькими диверсиями. Вы кое-что научитесь подорвать и подожигать. Не так ли? Господин Баронкор. О, да. Какие задачи намечает господин капитан?
взорвать, уничтожить мост стратегического значения, связывающий приграничную полосу со штабом участка, с резервами, техникой. Убить Степаниду Врасову, убить коменданта Тарасова. Все. Так и немного. И сколько за это? 1500. Кто пойдет? Три. Девять. Три. Хорошо. Три. Я пойду. А я бы за тебе с половиной. Не ссоритесь, господа. Я сказал, поручайте Делину. Только прошу настоящее действо. Примат за вами, господин Ворков. Вы отправитесь сегодня же. Сегодня? Да. Ночью. Желаю вам удачи. Деньги переведут на ваш текущий счет. Прощайте. Если не вернусь, запоминай. Видишь три дерева? Отсюда прямо на реку дорога. 3 года хожу я по этой дорожке. А вот теперь придется распрощаться с нею. Ты вообще с границы знаешь. А почему распрощаться? Да. 3 месяца тому назад случился у нас инцидент. Что? Ну как тебе пояснее? Ну драка, что ли? Перебралось их к нам человек 12. Я одного своего на заставу отправил за помощью. А сам с 2 приветствовать гостей начал. 3 только и ушли. Остальных мы словом инцидент исчерпали. Вот, а при этом мне ногу малость попортили. Медицина, понимаешь? Вот из-за наеды, уважаемые, приходится уходить с границы. Не пригоден к строю, подлечиться, говорят, надо. А для чего ж мне неохота уходить отсюда? А что держит? Девчина тут есть одна. Такая, брат, девчина. Какая? Необыкновенная.
Наш участок 1,5 километра. Пошли. Товарищ командир. Да. Любишь девушку? Девушку? Люблю. Только во время работы об этом думать не полагается. Понятно? Понятно. А ты поговори с ней. Так, ну, так. Боюсь я. Ну, хватит. Господина солдата! По-русски как говорят? Говорят, черти. Вы солдата, мы солдата! Надо поделать спокойное мирное жизнь. Девка у нас много, а хорошие, тонкие девка. Берется в Россию. Водка много, водка хорошая есть. Приходи вечерком, наша сторона, и говори своя командира. Вот за это убивать надо. Не надо убивать. Надо брать живьем при случае. Есть, товарищ командир. Человек через реку, товарищ командир. За мной. Встать. Обыскать. По-русски понимаешь? Мало-мало понимаю. Как звать? Ли Тунгсин. Бедный китайский человек. Знаем мы вас. Вот начальник заставы разберет, какой ты бедный. Зачем пришел? Боялся, к вам совсем пришел. Где-то тебя так разукрасили. Стара казак, Кубин, окопили Ли Тунгсин. Весь глаза на меня стреляла, а я не хочу совсем умирать. Ведь, наверное, врет все. Я не врет. Я совсем правильно сказал. Сегодня ночью на вашей стороне пошла офицер. Куда он пошел? А я не знаю. Его тихо-тихо пошел. Стой! Ложись! Антон! Это я! Скорее, Антон. Ой, хорошо, что ты. А то я боялся, что... В чем дело? Нет. Где? Вон там, в уголке пади. Товарищ Марков. Есть, товарищ командир. Китайцы на заставу. Доложить начальнику заставы, пошли по следу. Давайте к пане собак. Есть, товарищ командир. Товарищ Тарашвили, за мной. Пошли, Варя. Пошли. Руки назад. Ноги назад. Вперед. Угу. Вперед. Видишь бугор? Вижу. Обходи слева. Варя на заставу, поторопи собак. Живьем брать надо. Пошли!
Руки вверх! Кругом! Бежать! Антон! Антош, ты ранен? Пустяки. Нога проклята. Это да? Товарищ Марков, обыскать окружающую местность. Есть, товарищ. Товарищ Тарашвили, оказать первую помощь. Командир отделения Михалков. Есть. На заставу шагом. Марш. Пожалуйста. А он говорит, боюсь. Изъято у задержанного. Обнаружено в 100 метрах от места задержания. В кустах спрятал. В кустах? Откройте. Интересно. Сопротивлялся. 12 выстрелов, 2 гранаты. О, и как? Все в порядке, товарищ капитан. Кто взял? Антон Михалков, Михо Тарашвили. Стихи? Откуда такие стихи? Вы понимаете, уж очень знакомы эти стишки. Вот что, товарищ лейтенант. Дайте мне дело... Номер 456. И подшивку Владивостокской газеты за 36-й год. Есть. Дежурный, дайте задержанного. Откуда прибыли? Я? Да, вы. Из Манчжурии. Из Манчжурии? А зачем? Я должен был найти человека. У нас? Для чего? Чтобы установить связь с кем? С представителем оппозиционной политической группы. Оппозиционной политической? Скажите проще, бандитской, фашистской. Садитесь.
дальше? Я не понимаю. План вашей диверсии. Что вы, господи, вы ошибаетесь? Садитесь. Что вы намерены были предпринять? Взрыв мостов, поджог складов, убийство. Я не диверсант. Я шел сюда не для этого. А для чего? Я должен был, клянусь, я говорю правду, у этого человека получить сведения и вернуться назад. Так. Вы ходок. Только ходок. Я не диверсант. Ну, понятно. А какие сведения? Не знаю. Да, я забыл, выходок. А с кем должны были связаться? Он представитель. Это я услышал. А фамилия, имя, отчество? Не знаю. Интересно. Идете с поручением и не знаете, к кому? Нет, я знал, но я потерял явку во время ареста. Так, явка была записана. Да. На бумажке. На бумажке. Но так как вы бумажку потеряли, вы ничего не знаете. К сожалению. Так. Вот что, ходок. Никакой бумажки у вас не было. Перестаньте валять дурака. Клянусь вам. Выкладывайте все на чистоту. Клянусь вам, всем для меня святым. Говорите, кто вы такой, зачем явились, кто послал, какой организации. Ну что, я вас учить должен? Королев. Фамилия. Королев Степан Никифорович. Но я ничего не знаю. О какой организации вы говорите? Я только ходок. Клянусь вам прахом матери. Господи. А вы не верите мне. Я ходок. И за это я готов нести ответственность. Вы об этом не беспокойтесь и не плачьте. Вам это не к лицу. Такой стрелок, целых 12 выстрелов. Это я с испуга. А гранатами стали швыряться, тоже с испуга. А это? Это не мой чемодан. Какой чемодан? Чемодан? Нет, я думал... Да, вы думали об этом чемодане. Это не мой чемодан. Я ничего не знаю. Вот так бы давно. А то прахом матери, слезы. Дежурный. Дежурный, дайте свидетеля. Вы знаете этого человека? Первый раз вижу. А вы знакомы с ним? Мало-мало знакомы. Врешь, Ходя. Я не знаю тебя. А ты меня не знаешь? А я тебя немножко знаю. У тебя лицо. Ошибка знакомый. Я убедительно прошу прекратить эту унизительную сцену. Китаец не знает меня, он меня с кем-то путает. Я путаю? Я не путаю. А борода? Где хорошая, красивая борода? Куда дел? А? Раньше он носил бороду. Да, это хорошая, красивая борода. Врешь, врешь, гадина. Я гадина? Я не гадина. На что брали 30 деньги? Я банщик капитана Нума. Ты, Кать! Сидеть! Сволочь! Спасибо, товарищ Личунцин. Вы свободны. Но уж теперь-то вам нечего стесняться. Я жду.
ехать и не ждать. Не дождетесь? Так. Дайте закурить. Не курю. Стишки сочиняйте. Какие стишки? Под Есенина работаете? Я никогда не писал стихов. Грубая работа. Человек, никогда не бывавший в этих местах, сроду не рискнул бы идти по такой шпаргалке. И моста этого нет, и шоссе не туда. За два года многое изменилось. Почему за два? Почему? Владивостокская газета 2 года не печатает ваши стихи. Я никогда не бывал во Владивостоке. Разве? И повторяю, я никогда не писал стихов. Степанова знаете? Степанова? Нет, не знаю. А Коркина? Не знаю Коркина. Да что вы, а Коркин вас знает. Ловите? 2 года тому назад во Владивостоке была арестована троцкистско-зиновьевская банда Шулько Малинин. Кое-кто успел улизнуть. Степанов, например. Коркин и некто по фамилии Волков. Сидеть. Поэт успел удрать. Переменил родину. Жарко стало. Но и Манджоуго стихами не проживешь. А жрать надо. И поэт пошел к диверсанты. Так. А время идет. 3 месяца тому назад попал Степан и потащил за собой некую организацию. Знаете, Тихоокеанская, 18, квартира 9. Вот ваша явка. Коркина там уже нет. Неправда. Нет, правда. И пароль ваш — вятка золотая. Коркин не такой дурак. Он не ломался, как вы. Я Волков. Знаю. Я шел на диверсию. Меня послало братство Русской правды. Задание. Взорвать мост. Понятно. И нужно было убить... Смелее. Степаниду Власову. Убить... Кого? Вас. Все. Все. Товарищ лейтенант. Одну минуту. Я слушаю. Я все сказал. Пошли. Неужели меня расстреляют? Я хочу жить. Я все, что угодно сделаю. Клянусь вам прахом матери. Прошу без лирики. Вы что-то хотели сказать? Хотел сказать, да-да. Капитан Нумата, словом, японское командование хочет напасть на высоту Заречную. Заречную. Интересно. С какой целью? Высота,
ценный стратегический пункт. Освещение вглубь вашей территории до... Понятно. Японскому командованию надоело терять людей по мелочам. Решили угробить сразу и побольше. Не знаете сколько? Взвод, рот, батальон. Я не совсем... Какой силы? Соединение японцы хотят бросить на Заречный. Не знаю. Этого я не знаю. Ну-ну, узнаем сами. Все? Все. Теперь все. Уведите задержанного. Товарищ Михалков Атарашвили. Молодцы, товарищи! Служим Советскому Союзу! Вольно. Ну, рассказывать, как вы его нащупали. Да не мы, Власова. Степанит Тарасовна. Да не... Варвара Корнеевна. А чё ж вы смеетесь? Да как же, сосватал он нас. С кем? С Варей. С Варей? Да. Ну, знаете, замечательная девушка. Постой, постой. Значит, вы с границы не уйдете. Ни почём. Дело. Вот теперь-то я вас и в долгосрочной. Есть долгосрочный. Гульнем на свадебке, Антон Иванович. Еще как, товарищ капитан. Живем как на выставке. И такой интерес, поверишь ли, Степанида Тарасовна, такой интерес к тебе поднимается, как будто за всю советскую жизнь я один отвечаю, как нарком, честное слово. Ты человек с честью пограничной. Ты, Антон, вполне можешь наши места понимать. Вот. Корней Савельич не дожил. А то бы я ему сейчас хорошее слово сказал. Но ничего, или они японцев, будем и мы их бить не хуже. Если сунутся, конечно, это уж будьте уверены. Спасибо, Варя, за меня отдали. Товарищи, будем все родные, близкие, помогать друг дружке во всем. Вот и из края вашего я не уйду. Принимайте к себе навек, будто я и родился здесь. Знай наших, знай Власовых! Ура! 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 Ура!
Фамилия не из последних. Отец две войны прошел. А мать на японцев ходила, великов била. Вот. Черт, кого я только не била. Я еще драться буду, Варя. Верное слово. Правильно. И я речь хочу держать. Слушайте мою речь. Спасибной вас. Спасибной нас. У меня уж такая примета есть. Что под свадьбу посеешь, все твое. Детей, Варя, рожайте большого калибру. Ерофей. Чего? Ничего. А-а-а. Не дает высказаться. Вы бы, ребята, и меня женили. Ведь я человек в полной силе. По пляжам. Готовить резерв. Хорошо. Вас
Сашка! Сашка! Удрал, сукин сын! Товарищ капитан, японцы чистят водород и переправляются к высоте Заречной. Застава. На дневном рубеже. Без команды не стрелять! Без команды не стрелять! Одного я отпустил. Разговорчики. Антон. Слушать команду. Ничего. Они там в раз разберутся. Не впервой. Шкал. Я. Боишься? Нет. Господин Суйланов. Слушай, Сольбер. Зачем здесь? Пулеметчик Лен приказал. Товарищ
Галов, иди домой, передай Антону, что прилетел сюда. Что он там? Дорога на стан. Дорога, да? Степанида Ворошова. Что было? Ваш праздник? Мы ваши соседи. Приходим к вам в гости. Необходимо пройти на мост. Пожалуйста, скажите мне пропуск. Вот, кончится стрельба эта. Я сам тебя проведу. Садитесь. Раз в гости пришли, что ж стоите? Тебе денег не надо? Много денег дадим. Будет и каждый день праздник. Вот копить. Курица. Кушать. Курица. Курица у нас есть. Я сейчас принесу. Стоять! Скажешь пропуск? Антон, какой пропуск? Пропуск на мост. Какой кулич вкусный, Варя, а? Кулич? Угу. Попробуйте, гости. Деньги возьмете? Нет. Пропуск скажете? Никто тебе, гадина, ничего не скажет. Тихо. Тихо надо.
Вперед! Вперед! Скажу. Пожалуйста, господин Трифонов, делайте дочке мадам Врасовой Борина, рвите дочке мадам Врасовой волосы, ломайте пальцы дочке мадам Врасовой, пока мадам Врасова не захочет сказать пропуск. Молчите, мама. Молчите! Мамочка! Ой, доченька, родная. Японцы! Лёш! Честная пионерская! Ерофей, на выручку! Товарищ капитан, японцы дают подкрепление! Придёт на фронт! Бежали, сэр! Хорошо. Thank you.
Ничего, ничего, Варя, успокойся. Иди отдохни, посиди. Гулялся самурай. Оборонялись на отлично, Степанида Тарасовна. Живьем надо было брать. Некогда было. Забыли, ядрена палка. Эх, Антон. Как всю жизнь мы с тобой прожили, до седых волос. Воды, полотенце. Пройдут. А мы пройдем.